Итак, наш стенд готов. Готов к покраске. На сборку ушло пару часов. И то первый час это мы обсуждали, что и где разместим. Потому что был только эскиз. Четко, в общем-то, все не просчитывали. Вот. И второй час по сборку. Конструкция, в общем-то, живая. Когда все расставим, если увидим, что может лезть больше полок или меньше, наоборот. В общем, все уже дальше будет идти от наполнения. Ой, здесь такой чудесный запах пахнет. Прям как в баньке, честно говоря. Вот, будем красить. Пока не решили, как покрасим. Окончательно также будем экспериментировать по ходу дела. Так, видно, что внизу полки у нас более основательные. А дальше у нас идет шаг уменьшения, потому что будем все меньше и меньше товара размещать. И вверху большая полка, скорее всего, на ней будем размещать пиломатериалы, потому что для демонстрации у нас всегда много всякого разного дерева используем. Ну, такой стенд. Мы довольны. Нам все очень нравится.